Здравствуйте, россияне. А в частности, мои хорошие, любимые, ненаглядные сотрудники компании «Рога и копыта». Меня показывают по всем каналам. Но главное, чтобы вы знали, для меня важнее Россия. Так, ну-ка, одну минуту. Ну-ка, давай, иди отсюда. Вот, люблю, когда Россия. Дорогие друзья, сегодня я, собственно, лично поздравляю вас с наступающим Новым годом, свиньи. Вы же, как мне сорока на хвосте принесла, лучшее в своем деле. Вы работой своей радость людям дарите. Эх, и какие вы у меня сегодня красивые, какие счастливые. А знаете почему? Команда у вас прекрасная. Студия, а еще руководитель у вас, такого ни у кого нету. Эх, какой все-таки человек душевный. Я же ведь помню тебя еще маленьким. Письмо храню. Вот смотрите, не суетитесь там. Вот. От Серафима Пупкина. Ну, кто просил машинку? Есть машинка? Радист. Вот. Дедушка Мороз постарался. Вот. Нам, Дедом Морозом, вообще молоко за вредность давать надо. Ёлки зеленые, подарки. Да привез, привез. Вон они под этой елочкой лежат. Нет, это не Владимир Ильич. Кто там у вас такой умный? Я тут договорился. Придете в Кремль, постучите 3 раза. Пароль загугли Трампа. И вас впустят. Главное, чтобы выпустили. Студия. Слышите? Новый год уже скоро. А Снегурочки нету. Что делать-то? Кто же у меня там Снегурочки-то просился? Так, ну вот, вот же есть кандидатура. Серафима Матрасовна. Так, ну все, со Снегурочкой разобрались. Ну, вот, будешь Снегурочкой. А знаешь, что Снегурочка делает? Правильно, дедушке помогает. Так что наливай. Так, все, налила? Значит, с Новым годом вас, дорогие и любимые россияне. Так, тебе что надо? Дедушка Мороз, там Петрушка нас. Ты не видишь, халтура? Халтура у меня. Я же ведь людей не брошу просто так вот. Вон, люди собрались и деньги заплатили, между прочим. Вот, между прочим, эта компания целый год копили, чтобы я перед ними выступил. А вы со своим Петрушкой. Сейчас вот отработаю и Петрушку следом. Вы уж меня извините, но Дед Мороз здесь я. Значит, и подарки дарю я. Дорогие друзья, будьте счастливы, богаты. Ну, а меня уж ждут ребята. И подарков миллион. От меня вам всем поклон. С Новым годом, ура!